А вы в курсе, что в Краснодарском крае появились пункты финансового просвещения, а в школах будут учить финансовой грамотности? Все это стало возможным благодаря реализации программы социально-экономического развития Краснодарского края. Здравствуйте, это программа «В курсе», и в этой студии мы говорим на темы, которые так или иначе затрагивают интересы жителей Краснодарского края и Сочи. В начале этого года Южным управлением Банка России вместе с администрацией Краснодарского края был запущен региональный проект по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей на территории Краснодарского края. Так, в станицах Калужской и Григорьевской Северского района люди уже могут получить базовые знания о продуктах и услугах и задать специалистам интересующие вопросы, посетив пункты финансового просвещения. Кроме этого, в рамках реализации сразу двух масштабных проектов «Безналичная Кубань» и «Повышение финансовой грамотности и развитие финансового образования в Краснодарском крае» проводятся образовательные акции. На бесплатных семинарах желающие могут узнать, как правильно планировать семейный бюджет, совершать банковские операции, безопасно пользоваться пластиковыми картами, проводить безналичные расчеты, обезопасить себя от мошенников, а еще узнать основы ведения частного бизнеса, ну и получить ответы на многие другие вопросы. Зачем нужна в современной жизни финансовая грамотность, мы решили спросить у случайных прохожих. Но для начала решили выяснить их знания с помощью вот такой новой купюры в номиналом 200 рублей. Эта банкнота подлинная, но что о ней будут говорить прохожие, сейчас узнаем. Подлинная она или нет, что вы скажете? Ой... Да, сложная ситуация. Вроде как подлинная, ну, то есть водяные знаки видно есть, вот прошивка какая-то есть. Ну, тяжелый вопрос. А как вы вообще определяете купюры на подлинность? Вот я предпочитаю купюрами не пользоваться просто, то есть вести практически на 100% безналичный расчет. А почему? Так удобнее, потому что расплачиваться удобно, мелочи не надо никакой, размен искать, что является достаточно большой проблемой, ну вот сейчас. При этом отказаться полностью от бумажных денег невозможно и нужно носить, потому что бывают конфузы, ты приходишь, например, в магнит, а там не действуют карточки или еще что-нибудь такое. Но вот бумажные деньги, я полагаюсь на авось. А считаете ли вы себя финансово грамотным человеком? И как вы думаете, необходимы ли все-таки какие-то образовательные такие семинары, может быть, еще что-то по финансовой грамотности? Ну, по финансовой грамотности обязательно необходимы, но они не совсем связаны с определением подлинности денег или, ну, то есть, или фальшивостью. То есть, потому что, то есть... Пока мы не сталкиваемся с этим в массовом вот таком вот порядке, 200 рублей – это, ну, достаточно небольшая потеря. То есть если бы это, вот, конечно, заполонило, тогда бы уже столкнулись с проблемой и думали. Ну, в магазинах обычно берешь, они все это проверяют и вот, полагаешься. И как вы считаете, нужно ли все-таки преподавать это, ну, может быть, не отдельным предметом, а просто как доп. Образование в школах, например, или проводить семинары для уже взрослых людей? Обязательно это нужно, что и нужно понимать, сколько у вас денег в кошельке, сколько вы зарабатываете в месяц, и какая у вас структура идет затрат, доходов, можешь ли ты что-то откладывать. Тем более сейчас достаточно непростое финансовое положение в нашей стране. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, подлинная эта купюра или нет? Не знаю. Похоже на купюру. Вот здесь чуть-то желтая. Не настоящая, я думаю. Вы считаете, что она не настоящая? Почему? Вот на что вы обращаете внимание, когда смотрите на купюру? Ну вот, видишь, желтая. Вот. Это печать. Мне кажется, не было такой печати. Если вы сомневаетесь в подлинности, вы идете в банк? Да, в Сберкассу. Вот еще один вопрос. Вы считаете себя финансово грамотным вообще человеком? И как вы думаете, необходимо ли все-таки проводить какие-то семинары, лекции для взрослого такого поколения, как вы? Надо, конечно, надо. Думаете, нет? Почему? Ну, она какая-то... У меня были 200 рублей, они не такие. Мне кажется, то ли пошире они должны быть. Это чуть-чуть. Новые. Да, нет, узенькие. Да, узенькие. Это новые, да. Нет, не знаю. Не знаю. Не знаю. А вот что вы делаете, куда обращаетесь в случаях, если вы сомневаетесь в подлинности? В банк. Финансовое образование нужно. Просто сейчас карточки.
И очень легко картой везде расплачиваешься, и не нужно знать, фальшивое это или настоящее. Но детям вообще хорошо бы знать это, конечно. Потому что поколение-то оно другое, оно более, ну, шустрое, скажем. Поэтому... Ну, в карточках-то тоже есть свои нюансы. То есть есть вероятность мошенничества, да, через карточки. Ну, полно такого, да. Но мы не защищены все равно ни от чего. Что карточка мошенники, что деньги мошенники. Сейчас везде они. Очень много всего. Поэтому... Ходили бы вы на такие вот семинары, если бы они проводились по финансовой грамотности? Вот что бы вы хотели бы узнать, в чем лучше разбираться? Ну, наверное, вот как быстро определить, фальшивая это вот или настоящая, 200-ка даже. Ну, я думаю, больше это самое. Все равно фальшивые делают большие купюры, там 5000, проверяют в основном, тысячные, пятитысячные. Вот таких фальшивых я мало слышала о таком. Ну, вроде бы как подлинная. Ну, чисто свои ощущения. Ну, вроде как все знаки на месте, как бы просвечивается, там что-то там есть. Вот на что вы прежде всего обращаете внимание? На водяные знаки, на полосу вот эту металлическую, металлизированную, в принципе, и все. А в случае вообще, если действительно сомневаетесь даже вот в этом, вы куда обращаетесь? Или не обращаетесь вообще? Да, как правило, ну, с таким номиналом никуда. Это как бы, ну, мелочь. Вы считаете себя финансово грамотным вообще человеком? И насколько вы... Нет. Абсолютно. А вот что вы не умеете делать? Не умею грамотно тратить деньги, к сожалению. Ой, это сложный вопрос. Надо посмотреть на свет. Ну, водяные знаки есть, скорее всего, да, действительно подлинная, но я не эксперт в этом. Вот, я думаю, что да. Да, она действительно подлинная, но только ли на водяные знаки следует обращать внимание, как вы считаете? Думаю, что нет, там должны быть какие-то еще определяющие факторы, но я просто не задумывалась об этом, не знаю. А вот как вы считаете, все-таки финансовая грамотность в нашей современной жизни, насколько она необходима, что еще нужно знать, помимо умения определить банкноту на подлинность? Ну, если глобально говорить вообще, в принципе, о финансовой грамотности, то, наверное, нужно знать, куда вкладывать деньги вообще, выгодно ли это вообще в принципе, да, если выгодно, то вот понимать, куда именно, вот, если, конечно, есть такая возможность, вот, ну и, наверное, это основное, я думаю, как бы вот в нашей стране, потому что мало кто знает, и даже если знают, то вкладываются куда-то не туда, и дальше как бы это не приводит ни к чему, кто-то вообще не вкладывается, хранит дома, вот, это вообще прошлый век, я считаю, ну, вот это, наверное, основополагающий фактор, вот. Ну да, просвечивается. То есть вы только... Я думаю, она настоящая. А вы определяете ее только на просвет или еще по каким-то другим качествам? Сейчас посмотрю. Ну, как я знаю, на просвет надо определять. Дальше не могу. Может, еще есть новое качество какое-то. Ну, на самом деле, это подлинная купюра, все верно. Угу. А вот в случае, мы не говорим сейчас о номинале 200 рублей, да, да, есть и крупнее деньги. Вот если вы в чем-то сомневаетесь, вы куда-то обращаетесь? Ну, я знаю то, что есть еще программка специально на айфоне, то, что как-то подводишь вот так, и там что-то, друг вот говорил, и там что-то нарисовано. Вы сами еще не пользовались. Сам еще не пользовался, но можно попробовать. А как-то вообще хотел, вы себя и считаете не пробовал. Финансово грамотным человеком? Как вы думаете? Ну, в деньгах где-то, да, считаю, да. А как вы считаете, нужно ли вводить все-таки в школу, как в качестве, может быть, до предмета, естественно, не основного, да, финансовую грамотность, чтобы школьники уже знали, как распоряжаться с деньгами, что знать о них нужно? Ну, в школе, я бы сказал, есть много предметов лишних, которые они вообще не нужны. Вот вместо этих предметов можно было сделать. Я согласен, что можно сделать. Что вы понимаете под термином финансовая грамотность? Планирование и расходование своих финансов. Ну да, правильно. Скажите, пожалуйста, вот у меня есть купюра номиналом 200 рублей. Можете на нее посмотреть, потрогать и попробуйте ее определить, подлинная она или нет. Да нет, знаете. Ну сразу вы не определили. Если посмотреть там водные знаки, что-то там потрогать, то наверное. Но если мы понимаем, что... Короче, слава богу, не сталкивались с фальшивыми. Есть аппаратура, то я думаю, что, наверное, нужно доверить аппаратуре.
Нужно ли все-таки какие-то лекции проводить, семинары вот для горожан, чтобы повысить их финансовую грамотность? Вы знаете, я думаю, насильно ничего не надо. Каждый, тот, кто хочет что-то понять, он всегда найдет для себя информацию. Главное, людей научить, чтобы они хотели что-то знать, они найдут. А что касается школьников? Школьников, наверное, нужно. С 2008 года наш регион является участником пилотных проектов Министерства финансов России. В рамках программы социально-экономического развития Краснодарского края в Сочи уже второй год проводятся краевые олимпиады по финансовой грамотности среди студентов техникумов и вузов. Предлагаю послушать начальника управления по взаимодействию с участниками финансового рынка Министерства экономики Краснодарского края Светлану Федоренко. Олимпиада по финансовой грамотности – это одно из мероприятий, которое Министерство экономики проводит в рамках большого проекта, который реализуется на территории края совместно с Министерством финансов Российской Федерации на протяжении уже нескольких лет. Олимпиада – это новый такой формат работы с ребятами, потому что мы проводим ряд мероприятий с различными категориями, и с возрастной категорией, и с категориями аграрников, сезонников, со взрослым населением, с молодыми, со школьниками. Это различные варианты мероприятий, школьных уроков, лекций, квестов, игр. Это форумы, какие-то ярмарки финансовых услуг. И олимпиада – это как один из видов проведения, на наш взгляд, очень интересный, потому что в прошлом году это был дебют. В этом мы посмотрели, какой интерес проявили ребята к этому мероприятию. И решили, что это мероприятие имеет право жить и дальше. И вот благодаря гостеприимному Сочинскому государственному университету, очень хорошей организации в прошлом году, мы решили, что на базе этого вуза можно проводить мероприятие и в этом году. Да, интерес повысился, ребят заявилось больше, чем в прошлом году. Я считаю, что вообще сюда, наверное, пришли ребята активные, молодые, у которых есть такая неиссякаемая жажда к знаниям, и потом к знаниям непростым, к знаниям финансовым. Сегодня мы все понимаем, что проект, который реализует Министерство финансов и совместно с нами, это, наверное, не единственный проект, не наверное, а точно, мы реализуем много проектов Министерства экономики, но этот один из самых главных, проектов, важных проектов. Потому что сегодня без финансовых знаний мы не можем жить никто. И, естественно, молодежь – это наша основная категория, которую нужно готовить к жизни и которой должны пользоваться услугами. Мы с вами помним, допустим, еще 10 лет назад, как мы пользовались картами. Единично. Сегодня мы без этой услуги, например, как банковская карта, не можем с вами обойтись. Более того, сегодня банковская карта становится уже не просто инструментом платежа. Сегодня мы говорим, что если касаться вузов, то на сегодняшний день у нас в Краснодарском крае уже часть вузов и часть СУЗов пришли на проект совместно с кредитными организациями, так называемый кампусный проект. То есть тогда, когда карта уже играет роль не только платежного инструмента, она играет роль уже пропуска в здание, в библиотеку, дополнительные сервисы. И сегодня учить этому необходимо обязательно, потому что мы говорим, что финансовая сфера очень развивается. Развивается очень стремительно. А население, оно не успевает за развитием этих услуг. Поэтому принципиально важная задача сегодня нести эти знания в массы, людям. И главное, знаете, мы не просто проводим ряд мероприятий. Мы сегодня вступили в новый этап реализации проекта. Потому что в этом году, летом, в мае месяце у нас началась поставка. Мы получили от Министерства финансов более 1 000 000 учебников для школьников с 4 по 11 класс. Сегодня мы обеспечили все школы Краснодарского края, причем, я бы так сказала, на 80%, потому что часть учебников у нас есть на 100%, часть каких-то классов на 80%. И сегодня каждая школа имеет учебники, но это не просто учебники, это рабочая тетрадь, это учебное пособие. Это учебное пособие для учителя. И главное, это учебное пособие для родителей. То есть ребенок, когда получает знания, он приходит домой, делает задания. А если родители не готовы, то сегодня мы такие учебники выдаем для родителей. И мне кажется, это как новый этап, то есть более системные знания. И мы надеемся, сегодня к реализации этого проекта подключились еще
коллеги из Министерства образования Российской Федерации, и они думают о том, чтобы не просто ввести это как элективный курс, как дополнительное занятие в школах, а чтобы ввести, допустим, в курс, как спецкурс в какой-то предмет, например, общество знания или в географию, или еще какой-то предмет. Поэтому вот реализация этого проекта вот, и это мероприятие, это как одно из, как частичка многого количества мероприятий, которые мы проводим. Я надеюсь, эти мероприятия, они приносят пользу. Эти, конечно же, тоже состязательные мероприятия, они запоминаются, они яркие, активные. Ребята получают массу положительных эмоций, поэтому вот мы за такой формат. Также в рамках программы социально-экономического развития Краснодарского края в целях повышения финансовой и экономической грамотности среди населения в октябре Сочи принял участие в проведении всероссийского экономического диктанта. Свои знания проверили школьники, студенты и педагоги. Предлагаю посмотреть сюжет. Уильям Петти назвал отцом богатства труд. Что он называл матерью богатства? Когда в России была отменена помещичья собственность на землю, кто учредил вольное экономическое общество и когда произошла первая индустриализация экономики? На поиск ответа всего 3 минуты. Вопросы, их в тесте 20, а также варианты ответов на экране. Правильные участники Всероссийского экономического диктанта фиксируют на бумажных бланках. За партами школьники, ученики старших классов, студенты и преподаватели. В этом году принимают у нас участие 150 школьников и 100 студентов нашего СУЗа. А также в головном вузе проводится тоже экономический диктант, только уже для студентов высшей школы и для преподавателей. Колледж – это одна из 10 площадок, которые в Сочи организовали для диктанта. Для сравнения, в прошлом году их было всего 4. Количество участников образовательной акции тоже увеличилось в 2 раза. В этом году на вопросы тестов отвечали около 1000 человек. Цель диктанта, который впервые провели в 2017-м – определить уровень экономической грамотности россиян, а еще убедить, что знания экономики могут пригодиться в повседневной жизни. И не только. Я знаю, что знания, мне это нужно, это по моей теме, и хочется проверить себя, свои знания. Молодому поколению нужно знать экономику, нужно начинать с чего-то. Например, вот с этого основной олимпиады, с этого диктанта, это уже шаг к чему-то новому. Я думаю, что очень важно в наше время саморазвиваться в разных направлениях и пробовать что-то новое, и особенно экономика, думаю, это очень актуально в наше время. По всей стране диктант писали на более чем 1500 площадках в 85 регионах, а также в 4 странах – Таджикистане, Молдавии, Монголии и Белоруссии. И говоря о реализации программы социально-экономического развития Краснодарского края, нельзя не уделить внимание еще одному мероприятию – масштабной образовательной акции по финансовой грамотности Всероссийской недели сбережений. Она охватит более 5000 жителей Краснодарского края. Специалисты обсудят с ними возможности и риски, связанные с развитием цифровых финансовых услуг. Процитирую слова первого замминистра экономики края Игоря Красавина. Ежегодно мы проводим сотни образовательных акций в рамках Всероссийской недели сбережений. В этом году пройдет более 170 очных и онлайн-активностей в 32 муниципальных образованиях. По нашим оценкам, в них примут участие порядка 5000 жителей края. Конец цитаты. В программе мероприятий Всероссийской недели сбережений также лекции для трудовых коллективов и родительские собрания. Любой житель Краснодарского края может принять участие в онлайн-курсе повышения финансовой грамотности, онлайн-квесте и флешмобе под названием «Учиться может каждый». Напомню, цель ежегодной акции, которая проходит в рамках проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности и программы социально-экономического развития Краснодарского края, привлечь внимание граждан к ответственному финансовому поведению, правилам личной финансовой безопасности и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. И это все, о чем мы вам сегодня успели рассказать. Это была программа «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живет Краснодарский край и наш город Сочи. Всего вам доброго!